полтора года назад он выпил жертву и ушел, уже к нам не вернется. А как ушел, куда? А? Выживет он один сам? Да, выживет. Вот, раньше говорили, сколько у мальчиков на работе, так сколько ему, это же неправда. Вот ему 2,5 года, у него было 4 месяца. Каждый год в конце января месяца, они все больше. То есть, или когда гон начинается, мы их выпускаем на волю. Одеваем вот такие датчики, Яночка вон пошла. Примерно на день они находятся. Но они уходят около 100 километров, что мы не замечаем, где они. Выпускаем, когда гон, чтобы они скрещивались с дикими лосями, потом приходят. Но приходят, к сожалению, не все. Прошлый год выпускали 12 лосей, у нас 6 пришел, 6 вернулось. И так каждый год. Нынче мы решили не выпускать их. Пришел самец, выдавил жерди вовнутрь, забрал хороших девчонок, оставил молодых и хромых. Вот ту хромую, и остальных всех увел. 4 у нас уже пришло с гона, одна еще осталась. Ой, одна вот 9 лет осталась на воле, и 2 молодых. А я надеюсь, что придут, которые 9 лет, она каждый год возвращается, но молодежь в основном не приходит. Вот, одна лосиха пришла прямо ко мне домой с гона. Лоси, они, получается, днем очень плохо видят, они ночные животные, но они слышат и чувствуют запахи на несколько километров.